Ой, я повис, я повис, повис. Повис. Ну же. Открывай быстрее. Почему у меня тупой друг не может даже... Я нашел четвертак, идиот. Какой четвертак? После того, как я выживу, заделись. Да какая ветка, тупица. Ладно, не подходите ко мне. Раскушевший. У меня очень крутой друг, который, блядь, не знает, где находятся ключи. Гарри, давай быстрей. Попытались меня отыметь. Нет. Все-таки попали. Эй, я нашел четвертак. Идиот. Ладно, будем бегать от стороны стороны. Нет! Но! Но! Все, он открыл, открыл, блядь. Уйдите от меня, уйдите. Я выполню эту миссию. Алла, надо сматываться, согласен, друг. Согласен, убежим. Ах, никогда так не был рад машине. А зачем мой постер взяли? Так, мы направляемся на ферму. Черт, какую ферму, блядь? Мы чуть ли не погибли. Чувак, нам нужно обратно в Нью-Йорк ехать. Купишь мне в подарок солярий? Солярий? Ты четвертак нашел, ты сам себе купишь солярий. Но это четвертак. Всё за зелень. Так, я спятил, но это к лучшему, Барри. Так, Эл, я всегда подозревал, что с тобой что-то не то. Ну не может быть, ну блядь, я верю, что моя баба жива, ее не убили. Мне хочется верить. Так, поехали на дно озера. Блин, у тьмы, но она жива, понятно? Понятно? Нет, послушай, я ее могу найти и вытащить оттуда. Ну, теперь мы за бабой нашей поедем. Темная сущность, она не была... Она использует мою рукопись, чтобы владеть реальностью. Ну-ка, машину. Я думал, машину сейчас перевернёт. Ну вот, вот и перевернула. Одним булыжником. Ал сдох. Ох, теперь искать Алла, потом бабу с Эллом. При аварии я потерял пистолет. Берри, ты где? Man, you're okay. Jesus, good to hear your voice.
I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that. Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Help! There's something moving down here! Barry, it's a take-in! Use the flare, Barry! Oh, что такое? Yeah! Barry, are you alright? Чё ты его тут делает? I'm good, Al! I'm great! Во, я вижу его. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Чё, в Нью-Йорке какой-то? You're gonna have to find your way around to the farm. Так, я буду тебя там ждать. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. Мы погнали по рельсам. Будем надеяться, здесь поезда не ходят. This would turn into a disaster. На Рэмбо, а лучше как на Чак Норрис. Когда я подхожу к деревьям, они просто-напросто падают. Так, ну это... Блин, ну это плохо. Я без фонарика, они нападают на безоружного. Сейчас передохнем чуть-чуть. Побежали за елку, заходим. Сейчас сюда заходим. Одышка. Фастовая одышка, не внеплановая. Собрались духом, побежали. Опять отрыжка. Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. Ну теперь мы опять ищем свет, фонарик. А нет, не фонарик. Можно генераторы завести. О. Как это сложно. I could sense the movement in the trees. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Это враг. Ну а кто еще может где-то в глубине, блядь, в лесу? Либо лесник, который заблудился. Грибник, вернее. Ну, грибник с лесником. Или мутант. Ой-ой-ой, генератор. Их аж трое. Трое! Раз, два, ну! Не подходите ко мне, у меня есть фонарик. Так уж и быть, напролом. Напролом. Ох, их там тьма. Все, я вас не боюсь. Точно, я же забыла дышаться. О, это что за тачка? Driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry. Caught in the consequences of leaping before looking. Барри сделать не обдумывая. Барри нас кинул.
Ух ты! Мощный фонарик можно взять. Во, улучшили нам фонарик. Офигительно. Спасибо, вот кто здесь сплавлялся, да, здесь, наверное, сплавлялись кто-нибудь, а их поймали врасплох. Машина неслась к дому, уже было недалеко. Это разрушение. Ну, что могу сказать про крутой фонарик? У него просто энергии больше, и все. Мощность одна и та же. Я стараюсь доставлять каждую страницу в нужное время и в нужное место. Я хочу показать тебе, как развиваются события. Раньше я уже видел такие отблески. He was the one who'd been placing the pages on my path. А они в капкан не могут зайти? Да, им капканы не страшны. Ой, я вижу свет! Вандерлок за мной меня преследует. Бля, мне показалось. Ну зачем дробовики? Свет. 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 Все, чекпоинт. Дробовикейшн, дробовикейшн. 14 патронов. Вижу термос. Бля, меня уже тошнит от термосов. Я гениален. Достал в натуре. Ой. Теперь я не напорюсь на капкан. Один фиг, монстрики на меня напали. Беги, мой капкан! Отвалите от меня. Это невероятно.
подождите. И как мне понять, их было двое, а сейчас трое? Получается уже пятеро, ну что? С каждым разом сложнее и сложнее. Жопа, блядь, с ручкой. Хуева игра. Блядь, наш главный герой уёба, который, блядь, просто-напросто даже метр не может без одышки пробежать. Уёбище! Давай, еще пешком, пешком, спокойно, бежим, бежим, бежим. Не привлекая внимания. Бежим, бежим. Пошел нахуй! Пошли, нахуй, 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 нахуй. Нахуй, нахуй, нахуй. Нахуй, нахуй. Фух. Ес. Ублюдки. Твари. О, я люблю машину, но водителя не было. Hello? Anybody here? Так, здесь есть кто-нибудь? Барри! Барри, нет, Дэнни, нет! Так, подожди, что ты делаешь? Я сожалею, сожалею! Он в этой комнате. Нет, это не Барри. I know you. You were in jail the other day. О, в тюрьме? I went to the farm again for the moonshine. Отчего you know? От него не разрываешь. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. Потерял и с ним что-то. My buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. Ну, Дэнни, а Дэнни мы слышим впервые. Как хреново продолжение хорошего фильма. Главное, когда-то лучше. Кто вообще написал это дерьмо? Сам ты дерьмо. Это написал Алан. Изнасиловать дом. Вот я смотрю на телек, там ничего не понятно. Стоит. Вот мы стоим у камеры и рассказываем, что... Да уж, стекла не рушатся. Я
written myself into the story. I'm now the protagonist. Ой-ой-ой! Разгон, да, у меня разгон. Помогите мне. Задефайте меня. Ну, хочешь дробь? Я тебе устрою дом. Дробь. Let me guess. Danny, huh? А, ну это мы Дэнни убили. Качок. Во, тачка. Ферма все еще было далеко. На то и мне нужна была машина. Да, и что это за сайтили? For a moment, I felt bad for doubting it. After all, I made it this far myself. But Barry was Barry. Так, можно по прямой, можно направо, но я поеду направо, дабы закончить быстрее играть, потому что я уже устал. Кстати, а если машина на капкан заедет, чё же? Да вы издеваетесь. Фига, ой, я тебя прокатил. Я вас прокатил. И куда мне ехать? Так. Указатель показывает вон сюда. А, пешком. Все, надо пешком пройти. Да, иди взад. Ой! Йоу, чувак, чувак, пожалуйста, не надо. Они даже не портят. Ферму до фермы. У фермы. Дети кукурузы. О, давайте ракету запустим. Да, нельзя. Не изобилие. I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Что здесь за концерт, наверное? 30-е. В 30-е кто выступал? О, беги, они идут, их слишком много. Проклятие. Рок-н-ролл. А говорят, что рок не спасает. Взять у него какой-то прожектор. Yeah, help me, your body. You're fucking cold. Блин, а у меня хп уже нет. Мне кажется, ты не пытаешься даже это срубить.
помповые, помповые. Бля, я хотел помповку взять. Так, попасть там. Я вас не боюсь, когда у меня есть свет. Ну же. Бля, я же забыл, что это. Это же вообще такой помповка. Кончились эти бенгальские огни. Ты что, не спережил? Блин, Алан, быстрее, пожалуйста, умоляю. А, оставайся на свету. Ну, быстрее. Я больше не могу. Помповое оружие никто не отменял. Бля. Они витают в меня, копья свои. Скотина, блядь. Сука, сдохни, блядь. Все, я погиб. Все, жопа. Когда ж ты сдохнешь, скотина? Один удар по мне. Помповку, блять, а не дробовик. А теперь поговорим. Помощники, сука. Так, если я выберу с этой задницы, я не буду больше общаться с этим ублюдком. Помповку.
убит. Да! Петя, мы выполнили миссию? Ага, выполнили миссию. Рядом, рядом, вышли. Вот он сяк, там сяк. Боюсь, изи, я остаюсь. Давай, давай, детка, давай. Давай, 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 давай. Пошел, пошел. Четыре. Так, я отбил три волны. Вот это третья волна. Чё? Твою. Твою. Нет, нет, нет. Я выжил. Нет, какой я лакитовый, сука, мальчик. Ублюдок, это не самый потрясный момент. Ему смешно, конечно, конечно. Парнишка веселится. А я в полной заднице. Скотина. Вы что-то имеете против... против Алана? Так, мистер Толстый говорит, вы тоже имеете что-то... Что-то против Алана? Когда, 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 когда? Сука, ну, блядь! Да! Вау! Я так никогда не радовался. Нет, радовался, когда я точил. Когда я первый ДБ на 9 точил. Единственный ДБ на сервере был. На плюс 9. Все в ноги кланялись. Какой же великий ДБ. Замечательный. Добраться до дома Андерсов. Бля, поэтому я и не хожу по концертам и по клубам. Послушай, бестселлер. Бестселлер, беспокоиться не о чем, твой манекен лежит. Да, это был мой главный worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. Так вот они набросили. Во. Эй, мне кажется, Алан хочет что-то нам сказать. Послушай его. Привет, Эллен. Это правда. Не получается, я хочу мрачно ездить. Я всегда сидел в свою игру от того, что я закаточный и не отразил. Ай, заткнись, ублюдок. Я повис.